В одном из прошлых выпусков мы сообщали, что два гения музыки Куат Чильдибаев и Ринат Гасин работают над новым альбомом Батырхана Шукенова под названием «Аманат». Несколько часов назад стала известна дата релиза этой пластинки. Посмертный альбом великого Батыра будет презентован 20 ноября этого года. В пластинку вошли 10 песен на казахском языке, которые до этого момента не издавались. Об этом на своей страничке Facebook сообщил друг семьи Шукеновых, директор фонда имени Батырхана Олжас Байканов. Также он поведал, что в ближайшем будущем поклонников таланта безвременно покинувшего нас исполнителя ждут еще 3 альбома с неизданными песнями на русском языке.